Итак, внимание, у нас атомная тревога, код красный. Южная Калифорния, от Лос-Анджелеса до Сан-Диего. Вероятность 95%. Группы ядерного реагирования уже в пути, но пока они едут, кто-нибудь мне объяснит, что мое ведомство, ФБР, предпринимает? Сэр, нами допрошены главные подозреваемые. Друзья, знакомые, машины, квартиры проверены. Ведется наблюдение за другими подозреваемыми, но пока улик нет. Так вот, что мы делаем. Ждем, пока появятся улики. А в это время миллионы под угрозой убийства. Я предлагаю расширить поиски и получить достоверную информацию, пока взрыв не уничтожил Лос-Анджелес. Хорошо, Келли. Что, по-твоему, нужно делать? Я считаю, что ситуация вынуждает использовать все средства для того, чтобы найти Криса Джонсона. Мы знаем, где он. Разрешите моей группе его взять. Началась мобилизация. Я насчитал 9 машин. Картинку видите? Да. Началась мобилизация. Стандартная процедура при угрозе безопасности. Скажи, пусть действует. Они нас выведут на Джонсона. Будьте осторожны, за ними следит ФБР. Понял. Выезжаю. Отель «Обрыв». Проголодались? Тут есть кафе неподалеку. Я позавтракаю здесь, если можно. Конечно. Что? Есть итальянский художник по имени Карлотти, и он дал определение красоты. Он сказал, что это сумма взаимодействующих элементов. Так что не надо ничего добавлять, отнимать или менять. Это вы. Вы чудо. Ух ты. Это было невероятно. Что? Что было? Это. Вот здесь! Очень хороший обзор парковки перед мотелем. Мы можем вести наблюдение отсюда до этого поворота. Вызывайте группу с параболической решеткой. Все верно, но нужно и мобильное наблюдение, то есть 2-3 группы. Нам следует быть во всеоружии. Ага. Феррис, свяжитесь с полицией Флагстаффа. Им нужно блокировать весь периметр. Пусть закроют и охраняют. В квартире, из которой виден мой кабинет, нашли труп девушки. Ножом по горлу, как Рейбола. Кто-то хочет через нас выйти на Джонсона. Крис. Да. Судьба все-таки существует.